Музей императорского дворца Гугун в Пекине, известный также как «Запретный город», опубликовал альбом уникальных чертежей центральной части столицы, такой, какой она была 80 лет назад. Как выглядела линия сердца Пекина тогда и сейчас, в сюжете далее. Центральная историческая ось столицы Китая пролегает через запретный город, храм неба, павильоны парка Цзиншань и захватывает еще более сотни строений. Однако сегодня сердце города выглядит не совсем так, как до Японо-Китайской войны. И можно с изумительной точностью установить, что изменилось. В музее императорского дворца Гугун хранятся уникальные чертежи старого Пекина, выполненные в 40-х годах прошлого века. Более 700 рисунков реальной архитектуры со всеми мельчайшими деталями в масштабе 1 к 50. Эта коллекция легла в основу альбома, торжественно презентованного в китайской столице. Все измерения и рисунки выполнялись в очень трудных условиях, что придает документам особую ценность. Мы продолжаем работать в этом направлении. Поверьте, здесь огромное количество данных для новых и новых публикаций. Сотрудники музея и Академии культурного наследия 4 года изучали и сортировали уцелевшие рисунки. Сегодня известно о 716 чертежах зданий на пути от башен барабана и колокола на севере до ворот Юндин, которые когда-то были южным окончанием старого города. Также коллекция включает в себя 62 рисунка архитектуры запретного города. Эта работа, во-первых, сама по себе обладает высокой исторической ценностью, а во-вторых, по чертежам можно восстанавливать облик старого города. Очень важно, что сегодня можно объединить эти документы в книгу и опубликовать. Центральная ось Пекина вполне может быть включена в список всемирного культурного наследия. Это также важно для сохранения древней части столицы, гордости китайской нации. Группа исследователей музея создала новые отделы, которые исследуют древние часы и императорские дворы. И эти чертежи также помогают искать новую информацию к радости не только историков, но также архитекторов и любителей Китая в целом. Василиса Лукашевич, CGTN.